Телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской сообщает, что в Самаре продолжают работу прививочные пункты в торговых центрах. В торговом центре «Аврора» по адресу Аэродромная 47 прививочный пункт открыт с 14 до 19 часов. В ТРК «Космопорт» на Дыбенко 30 с 10 до 18 часов. В ТРК «Вивалент» на проспекте Кирова 147 с 11 до 18 часов. В Тольятти в торговом центре «Паркхаус» на Автозаводском шоссе 6 с 11 утра до 19 часов вечера. Спустя полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации необходимо сделать повторную прививку. В период отпусков важно уделить особое внимание своему здоровью. Своевременная вакцинация поможет укрепить иммунитет и в случае встречи с инфекцией минимизирует риск тяжелого течения заболевания. В Советском районе стартовал конкурс на лучшее озеленение дворовых территорий «Цветущий советский район 2022». Конкурс проводится в один этап с 27 июня по 15 августа по следующим номинациям. Лучшая клумба-цветник, лучший цветущий двор, лучший цветочный арт-объект, цветущий балкон. Заявка направляется в администрацию Советского района на электронную почту, указанную на экране. Заявки принимаются до 15 августа. Департамент транспорта Самары напоминает, что лица, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты или иные аналогичные средства индивидуальной мобильности, приравниваются к пешеходам, а значит, передвигаться они могут только по тротуарам, пешеходным дорожкам, велодорожкам и только в случае их отсутствия по обочинам. При переходе проезжей части по пешеходному переходу необходимо спешиться. В темное время суток, а также на дорогах вне населенных пунктов, к одежде нужно прикрепить светоотражающие элементы, не выезжать на проезжую часть.